Как делишки, ребятишки? Сегодня... Сегодня вместе с вами я буду начинать свою предвыборную кампанию в президенты Майнкрафта 2018. В 2018 году я обещаю выпускать как можно больше серий с снайперами. Поэтому голосуйте за меня. Я предвещаю светлое и хорошее будущее Майнкрафт. Именно со мной Майнкрафт будет процветать дальше. Без меня Майнкрафт скатится в какашонцию. Ну, это уже было давным-давно предначертано. Голосуйте за меня! Ежедневные серии по Майнкрафту, стримы раз в два дня, общение с подписчиками и многое-многое другое. Ставьте лайкусики на эту серию снайперов, если вы хотите, чтобы следующая серия вышла как можно быстрее. Вот тут мы с вами набрали очень много лайков. Очень много лайков. Если мы наберем так же, в 2018 году я обещаю то, что вы не будете больше скучать. Именно со мной нас ждет хорошее и светлое будущее. Эдисон! Эдичка! Эдуардо Перетьяно! Майнкрафт 2018, голосуй! Я обещаю быть лучшим президентом! Эдисон, снимай трусы. Ничего я снимать не буду. Хорошее началось. Ой, серии. Ты что, охренел, Игорь? Я случайно посмотрел. Эдисон, сегодня я должен выиграть, так что снимай. Ничего я снимать не буду. Сфигали вообще. Не понял, в чем прикол, но мне смешно. Какая тактика? Чтоб я трусы снял? Плохая какая тактика у тебя, плохая. Короче, хорошо. В прошлой серии кто у нас выиграл? Я, да, выиграл? Хорошо. Нет, не было такого. Давайте мы будем делить победы на моральные и физические. Вот моральная победа у меня. Почему это? Потому выиграл-то я, понимаете? По Эдисону стрелял, но не попал, не повезло, такое бывает. Хорошо. И что дальше, Игорь? А что дальше? По кому огонь ведется? Можно вопрос? По тебе, Жека, по тебе! Да? Ну тогда я буду сидеть и не вылезать, хорошо? Да, хорошо, так. Стреляют, они стреляют! Жека? Да Жека все знает. Я все знаю. Жека все знает. Я Ванга. Дебил, понимаешь? Дебил. Я Ванга. Нет. Ты лысый. Лысый, иди пописай. Лысая Ванга. Лысая Ванга. Ты где, Жека? Признавайся. Я вот не могу понять, вот честно, почему я вот ты чисто стоял на месте, я в тебя пальнул два раза, но ты не умер. Почему так? Кто? Игорь? Ты. В смысле я? Жека. Вот ты. Что? Снимай трусы. Нет, тебе же, тебе. Тебе уже. Я уже снял. Уже снял. Да, я уже без трусов бегаю. Ну это на самом деле печально. Почему печально? Ну я тебя увижу, мне плохо станет. А ты меня, Сигаль, ты меня должен видеть. Ну, Жека на балконе. На балконе здорово. Здорово. Причем не на самом балконе, а он внутри балкона. Каком балконе? Ку всем. Балкон, который прикреплен, такой беленький, не кирпичный который. А что ты меня палишь вообще? Ку всем. Подожди, если я тебя увидел, я же могу сказать, это просто это передача. Испугался нахрен! В смысле испугался, из-за чего? Это информация передачи. Как нахрен? Ты понимаешь, что я видел только твою макушку нахрен? Так, стоп, что происходит? Что происходит? Ты же сейчас что-то пил, Эдисон? Да. Это я близко, понимаешь? Зима близко. Испугался? Немножко. Да не пугайся, не пугайся! Я же говорил! Да я поддался тебе, не переживай. Да, ты меня вообще не видел. Это с самого начала... Все поддали, все друг другу поддались. Знаете, это тактика. Нужно было подождать, когда самый сильный умрет, чтобы убить самого слабого. Ну шо, петушки?
Хорошо, хорошо. Так, кто у нас тут стреляет? Я не понял, пукалками своими. Сам петух эти хотят. Пердуха какая-то. Кто стреляет? Никто не стреляет. Пердуха. Игорь в своем репертуаре. Сам пошутил, сам посмеялся. Так, хорошо. Ну давай, давай. Видишь, когда я не шучу, все смеются. Когда я шучу, все грустят. Это такой навык, понимаешь? Люди разные бывают. Что за хрень? Прекратите, пожалуйста, вашу стрельбу. Она запрещена. Понимаете, комендантский час. Ого, я знаю, что кто-то за досточками прячется. А кто у нас там прячется? Кто-то за досточками прячется. За досточками. Жека, это ты был? Да. Ага, все понятно. Все стало на свои места. Ага. А, это Жека, это Жека был. Да. Это Жека, это Жека. Это я, привет. Ку всем. А жопа? Ку всем, ку всем, ку всем. Жека и жопа, четыре буквы, а смысл не меняет. Ты что, не понял, ты тут Петросяна записался? Нет, я сегодня троллю, понимаешь? Тролль-мастер, хлоп-хлоп. Опа, хлоп-хлоп, вот так вот. Я с одного удара убил. Нет. В смысле, где? Я тебя бил, а он не бился. Теперь меня из одного удара убил. Почему вы так кричите вообще? А что, нельзя? Это боевой клич. Да. Веселый молочник. Кто? Жека, он молоко пил. Веселый молочник. Еще мне молоко нельзя попить. Молочник. Уже сколько ведер за сегодня выпил, ты, мать. У меня нет усиков. Усиков нет. Я тебе больше скажу, у тебя и волос нету. Сегодня кто-то юморной, прям очень сильно. Игорь прям жжет. Игорь, что с тобой не так? Ой. Так. Кто где, да. Я шпион. Шпион? И шпион? Шампиньон. Сейчас я как приду. Почему я даже от этого слышу? Шампиньон, дебил. Давай, шампиньон. Шампиньон, бомбиньон. Я сейчас приду и про... Вот Эдисон, я знаю... Здорово! Я пытался заговорить тебе... А как ты узнал, что я там? Я слышал, как ты поднимался на лестнице. Подожди, я же на шифте поднимался. И чё, это слышно, да? Капец, у меня сейчас только что открыл новый лайфхак в Майнкрафте. Я жду, пока... До этого я очень плохо знал Майнкрафт. Жека! Чё? Я максимально сосредоточен. Ты максимально кемпишь, крысишь, да? У него такой скин, скин Стива, да? Да. Очень лучше сливается, чем наши скины. Скин Стива? Ну, у тебя скин Стива, да? Да ничего подобного. Ты не Эдис. Да нет у меня скина Стива. Ты дуй. Я не успел выстрелить! Это что по счету? Это счет 2-1-0 у нас. Что такое? Что-то было смешное? Нет. Ого! А что? Чего? Да что ты говоришь, да, Игорь, правда? Что здесь происходит? Ты серьезно, Игорь, говоришь? Вообще не могу понять. Так. Какие так-так-так? Все ясно. Все понятно, Игорь, все понятно. Оп, стоп, мы подошли. Че? Блин, какого ты кабанчика? Провокации пошли. А может быть и нет? Да. А может быть и да. Это даже нужно понимать, нужно строить психологический анализ человека, его поведение, вычислять. Врет он или нет? Врет, я блефую. Я блюфор. Я устал смеяться, помогите, пожалуйста. Это все потому, что я очень позитивный человек, понимаешь? Ой, я просто гей. Переживай, как к тебе это не относится. Так, а вот это уже обидно.
Дружба, дружба, конечно, а вот убить я тебя должен. Где? Как? Это должно было быть обидно. Я тоже выстрелил, почему ты не умер? Чтоб ты сдох, падла. Ай-яй-яй. Вась не такова. Какая? Мне нужно обзвать тебя. Психологический анализ, да? Психологический анализ, Эдисон. Ну что, по-твоему, сейчас я делаю? Что ж по-твоему... Нюхай, нюхай. Мне кажется, ты просто кемпишь где-то, сидишь и выследуешь. А как я тогда Джеку... Как я тогда Джеку убил, если... Ты же его не ножиком убил, а снайперкой. Ну вот! Но это же означает, что я просто очень ловкий. Очень меткий. Очень меткий, ага. Ты сейчас просто... Я просто ничего не понимаю. Это какая-то жопа. Ты ничего не понимаешь. Жопа, говно. Это я ничего не понимаю. Если есть жопа, значит будет говно. Мудрый цитат. Напишите. Это, кстати, реально мудрая фигня. Да? Я скажу вам так. В какой-то момент вы стояли... Один блок, короче, между вами был. Ну так. Один блок? Я не зря, да, выстрелил, когда у меня стрелял? Ну, в принципе, можно так сказать, да, то что ты не зря. Да, можно и так сказать. Ты зараза ты! Вот почему он не умер сейчас от одного удара? Ты мне два сердечка оставил! Ну видишь, все-таки с ним бороться тоже. Просто ей. Плотно. Потная катка. Ну шо, в этот раз я затащил, да? Потная. Король вернул себе свою корону. Да, хорошо. А что я могу сказать? Ты Чунгачан. Спасибо. Я предлагаю записать новую серию снайпера как можно скорее. А запишем ее или нет, все зависит только от вас. Горит, и писю. Вот. Поэтому ставьте лайкусики, мы пойдем посмотрим на Жекина произведение искусства, да? Его подушу. Не надо. Он горящий парень. На моей карте свои вот эти пошловатые. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкусики. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. До свидули. А еще сегодня я играл очень-очень интересную роль в видосе у Жеки про бабушку. Мне кажется, что стоит посмотреть, потому что там было такое! Вы себе даже не представляете!